Всем привет! Сегодня после просмотра этого ролика у каждого из вас сложится четкое понимание того, как простыми действиями достичь идеального тела всего за 4 недели. Не обещаем, что будет легко, но действия действительно простые, не требующие дополнительных материальных затрат, оборудования или пищевых добавок. План занятий для вас уже составлен. Осталось его разобрать, чем мы сейчас и займемся. А потом можно смело приступать к действиям по достижению фигуры мечты. Суть программы в чередовании двух видов тренировок в течение 4 недель, состоящих из специально подобранных комплексов упражнений. На первой неделе выполняйте в течение 6 дней следующий комплекс упражнений, а между упражнениями отдыхайте по 10 секунд. 2 минуты стоим в планке. Затем все упражнения по 1 минуте. Отжимания от пола, на бедра и спину, приседания, потом на пресс и талию, потом на пресс и ягодицы. И в самом конце на укрепление спины. 2 минуты. Вторая неделя повторяет тот же комплекс упражнений, но время выполнения каждого увеличивается до 3 минут, а время отдыха между ними – до 15 секунд. Третья неделя повторяет программу первой, а четвертая – программу второй. Не забываем, что на каждой неделе 7-й день – выходной. Записали план тренировок? Отлично! Теперь разберем, что это за упражнения и как их выполнять. Планка – статическое упражнение. Необходимо зафиксировать тело на твердой поверхности в горизонтальном положении с упором на предплечье, ноги на носках. Таким образом, должна вырисовываться прямая линия от макушки головы до пят, параллельно полу. В этом положении работают мышцы ягодиц, ног, рук, пресса, спины, выпрямляется осанка. Отжимания производятся от пола в положении планка на вытянутых руках, сохраняя прямую линию тела. Медленно опускаем тело максимально низко, сгибая руки в предплечьях. Не ложимся. Затем также медленно приходим обратно в исходную позицию. Это упражнение дает нагрузку на мышцы рук, пресса и груди. Упражнение на бедра и спину выполняется на четвереньках. Правую ногу и левую руку вытяните в прямую линию. Затем, медленно их сгибая, коснитесь локтем колена и снова выпрямитесь. Поменяйте активную ногу и руку и повторите упражнение. Оно отлично разогревает и растягивает ягодицы, поясницу и мышцы спины. Также тренируется корпус тела и сгибатели бедра. Приседания выполнять в положении. Ноги расставлены на ширину плеч, опора на всю ступню. Медленно опускаемся, будто садимся, стараясь держать бедра параллельно полу. Спина прямая, колени и ступни на одном уровне. Затем медленно поднимитесь обратно. Разрешается держать руки перед собой для сохранения равновесия. В этом упражнении активно работают икроножные мышцы, а также ягодицы и бедра. Упражнение на пресс и талию выполняется из положения лежа на спине. Руки вытянуты над головой, а ноги согнуты в коленях. Далее, сохраняя руки выпрямленными, плавно поднимаем корпус тела и дотрагиваемся до носков. Возврат в исходное положение. Это упражнение укрепляет и развивает мышцы кора, способствует уменьшению талии в объемах. Упражнение на пресс и ягодицы выполняется следующим образом. Из положения спиной вниз обопритесь на руки и ноги до появления чувства напряжения спинных мышц. Одну ногу поднимите вверх как можно выше и начинайте в такой позиции поднимать и опускать тело, не отрывая от пола второй ноги. В этом упражнении работают задние мышцы бедра, ягодицы, пресс, поясница, бицепс. Для выполнения упражнения на спину необходимо лечь лицом вниз. Максимально возможно поднимите верхнюю часть корпуса. Зафиксируйте максимальную точку на секунду и медленно опускайтесь. Это упражнение укрепит мышцы, поддерживающие позвоночник. Не очень сложные упражнения, отнимающие максимально до 30 минут в день вашего времени, помогут вам достичь идеального подтянутого тела. Если вам было интересно и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, а может быть уже даже приступили к упражнениям, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!